Так, у нас F-образная вставка и очень нежные стены. Стены покрашены, уже финиш, поэтому вставку устанавливать в данном случае надо деликатно. Сейчас вам покажу, как работает этот вставщик от компании «Доступные потолочные системы». Вот смотрим. Очень быстро, не оставляет никаких следов после себя. И вставка не пачкает. Очень удобно. Смотрим еще раз. Так, вот эти вот стыки аккуратно проходим. Катаем смело. Следов не оставляет. Т-образная вставка, конечно, проще немножко. Зато это вид покруче. Вот эти ножницы мне подогнал руководитель компании Ферика Борис, за что ему респект. Ножницы офигенные. Такой пацанский подгон. Спасибо огромное. Все четко. Сейчас покажу на темных стенах примыкание к темным стенам. Обычно больше всего вопросов в плане прилегания вставки и после прокатывания каким-либо шпателем, опасение, что остаются следы. Тем же вставщиком пользовался, никаких следов нету. Я всеми руками за такой инструмент, рекомендую. Спасибо, с вами был Иван Журавлев, компания «Шадо Дизайн». Пока-пока.